вокруг такую игру. Все стоит раз-два. Раз-два. Правое крыло стола. Правое крыло стола. Внимание. У нас сейчас будет... Мы сейчас по кругу пустим микрофон, и каждый из вас должен снять какую-нибудь интересную идею, что посмотреть или что поснимать в нее. Это обязательно должно быть какое-то место, мероприятие или что-то, что еще никто не видел, о том, что об этом никто не знал. В общем, что-нибудь эксклюзивное и интересное, хорошо? Давай, давай. Красную площадь. Я отлично, первый вес самолет. Вот четко быстро. Гуараши. Окей. Это мову. Мову. Современное искусство. Серьезно. Ровно и четко. Да, центровый парк. Да, это очень интересно. Я сегодня захожу на почту, а у PlayStation какая-то большая центральная почта такая с колоннами, и я поставил дорогу посылку и минут 10 примерно. Для почты Раиси это просто невиданная дикая скорость. Это не меньше часа полутора России надо потратить, чтобы отправить международный посыл. Причем в Екатеринбурге это можно сделать только с центрального почтамта, то есть с одного места в городе. Вот. Я уже где-то проводил почту, заходите там, приветствую персонал, все быстро, весело и замечательно. Спасибо. Я сам фотограф, поэтому я считаю, что я обязательно должен сходить в Q&A, то есть их там еще нет. Это магазин, фотомагазин, самый огромный в Нью-Йорке. Есть который, да? Да. Я знаю. Два. Ну, и вообще, в Нью-Йорке везде, наверное, где я что-то находил. Не знаю, я бы посоветовал мне выставку «Барис». Громко, громко, и чёрт, громко! Выставка называется «Барис». Видел её? Это как музей, там музей нет. Музей выставки, вообще мы все пишем, да. А вот стрима, где мы не знаю, да? Фото встречи называется. Выставка музей, где выставлены, фанатами не назвать, в общем, это настоящие человеческие тела, только без кожи. Да, вам слово. Вам с микрофоном, мужчина, без рубашки, да. Я слышал, ты любишь, громко и микрофон. Инфраструктура для людей благоприятных услуг. Советую человеку и проехать это вокруг конкретно. Просто по восходной дорожке полностью горизонт развернуть, хотя займет часа полтора-два, наверное. Но это очень прикольно, серьезно. Okay. Вы посмотрите, как он с даунтауна до аптауна, как город меняется. Хорошо, спасибо. И еще я тебе советую посетить Governor's Island.
Это что? Это небольшой остров. Вот здесь парк. Вот там люди буквально. Один из островов, где Нью-Йорк начинался. Хорошо, спасибо. Нет, как громко. Я не знаю, это если ее